Ну что ж, друзья, начинается очередной день StarLadder'а очень жестким матчем, я не знаю, украшением, наверное, нашей с вами любимой игры. В студии StarLadder'а Тафа, как всегда, работает наш чат StarLadder TV внутри игры, и без точки пишите. Также, конечно же, BLC StarLadder TV, официальный сайт игры, качайте игру blc.ru, и у нас первая игра, в которой встречаются очень серьезные команды. Ну, одна из них это Razer Myth. Вот только недавно, на днях, вчера подписала компания Razer команду Meanwhile in Finland. Теперь у них уже есть спонсоры. Ну и, в принципе, увидим мы уже, наверное, этих ребят на лане уже полностью экипированных в девайсы этой компании. Так, торт БЦА Бладлис уже практически готовы. БЦА мы увидим на слонике. Бладлис Берсерк, торт Пампа. Это ж какой-то космос. Что ж... Да-да-да, и газхак на раните. Ну, видите, пытаются как-то по ходу Push the Limit запутать своих финских врагов. Возможно, парни готовились, не так много времени было. Вот Торт недавно присоединился к команде. Ну, в общем, сейчас посмотрим, как это дело пойдет, друзья. И так это очередной игровой день StarLadder TV лиги, высшая серия, Star серия. Ну и уже последние буквально матчи для команд. У Мифов еще три игры остается. Ну и одной... Точнее, все три они сегодня будут играть. Сегодня у нас 6 игр. Без стрима сыграли Become History и Flux. Flux там очень жестко разгромили своих соперников. Ну а у нас уже пошла полным ходом игра. И давайте смотреть за тем, как плотно идет замес в этом матче. Газхак на раниде очень интересно. Сейчас будет ультовать. Нет, это было жало. Ну а мы уже видим от БЦАшки постоянные лучи. Он очень неплохо сдает. Бладлис умудряется выживать. Ультаалхимик, Интерион. Пока что стоит в своем болоте. Газхак Бладлиска ультанул. Бладлиск выживет или нет? Да, прыжки, по-моему, получал дэмэдж. Но очень красный. Все равно есть минус. Джуха, красавчик, зарешал. Ну, просто молодец. И смотрим за продолжением этого матча. БЦА сейчас тоже умирает, по-моему, и Торф. Но финны берут первый раунд. Ну, пока что неинтересно. Джуха минус 3 в этом раунде. Лучше по статистике газхак. 136,8 эффективность в секунду. Больше всего дэмэджа выдает этот парень. И набрал энергии также больше всего. Интересно. Ну, скорее всего, наверное, возможно, красные камни также. Стат у этого игрока. Ну, у Интериона, друзья. У Интериона, на самом-то деле, пинг самый большой под 70. Но он умудряется драться и при таком пинге. Конечно, на лане у всех будет пинг одинаковый. И... тут уже будет на финале другая игра. Посмотрим. Ну, в принципе, и те могут встретиться в финале, если произойдет там интересная вещь. В финале, точнее, чемпионата, но посмотрим. Бладлеск. Джуха проезжает по Бладлеску. Это и была иксобилка, по-моему. Нет, или просто жало использовал, не понимаю. Но вот БЦАшку очень плотно забивает. Он использует камень. И сейчас фокус от Джуха и Газкак. Быстрый минус. Интерион погибает. Да, есть минус. 2 на 2. Остается Торт. Ультует он. Ой, Пампа сейчас выхилит Бладлиска, и 2 на 2, Джуха и Газхак, без хила, Бладлиску нужно раздавать сейчас, танковать и раздавать, вот его задача. Но ему будет очень тяжело, в принципе, поймать Газхага, хотя у Берсерка будет хватать, и... ой-ой-ой-ой. Возродили Интериона, какой фейл от команды Push the Limit. Это провал, просто омский газмяс, буквально детскую ошибку совершили ребята, не поняли, что произошло. Думали, что финны будут драться и преследовать их, и драться 2 на 2, но это было подло. Очень подло. Ну, жесткий резурекшн. И Бладлис вырывается на Триона, но сразу получает пачку, Торт стоит на месте. И понимает, что это 2-0. Отличная игра. Meanwhile in Finland пока что жгут и очень неплохо раздают. Это лучшая команда пока что в лиге. 12 матчей, 12 побед, все со счетом 2-0. И еще никто не смог выиграть у Razer Myth. Так мы теперь называем эту команду. Три игры сегодня, они уже последние в лиге будут играть. Все 15 туров будет для них сыграны. Ну и в принципе, Би-Ло и Скимо также сегодня решит судьбу команды Going Bankers из Украины. Попадут они в топ-4 или нет, или это будет все-таки Би-Ло из Швеции. Ну и Финляндии там также есть игроки. В общем, сегодня все и решится. Заключительные матчи первого сезона онлайн-части StarLadder'а через 2 недели. Будет лан-финал. Ну а у нас третий раунд между Meanwhile in Finland и Push the Limit. Интерион уже
Очень сильно получил от Бладлиска. Сейчас БЦА будет ультовать. Он ультует Вентриона. И вся ульта мимо. Газкак ультует по двоим. У Бладлиска также есть ультимейт. У Вентриона есть болото. Бладлиску нужно, наверное, все-таки в хил въезжать. Да, он туда подпрыгивает. И надо там болото. Можно ультануть с Вентриона в болото, может быть. Нет, не рискует. А вот потом залетает. Ну, просто по КД болото залетает Бладлис. Джух, правда, не Вентриона. Так, на Бладлиске сейчас был щит от БЦА. БЦА занимает центральную позицию. Тот близок к энергии. Газкак сейчас, по-моему, да, зажимает Бладлиска. Отрезали от хила. Пытаются убить втроем, но вот последнюю секунду Торт выручает Бладлиска. БЦА ставит щит, также вытягивает Бладлиска из этого замеса. Близок к Торту. Иксобилка по Энтриону в исполнении БЦА. Он четко попадает. Бладлиса есть ульт. Его откиливает потихонечку Торт. Газка хочет убить, идет фокус от финнов по Бладлиску. И такая позиционная, очень жесткая игра. 40 секунд до конца раунда. Но Бладлис выживает, Джуха красный. Смотрим за БЦА, он ультует, ультует Торт. Сейчас фокус по ульту от Газхага. Газхага, ой, по Торту от Газхага. И минус даже без ультимейта. И влетает с ульты по Бладлиску Газхаг. Просто великолепно проводит этот раунд. И это 3-0. Финны разрывают. Ну, этот парень, по-моему, может играть на любом персонаже. Да, убили Энтриона, Джуха красный, но БЦА нет, нет. Ему Газхаг не даст. Это его раунд. И отличный раунд. Просто отличный раунд. Шикарная игра сейчас, кстати. Ну, вы видите, да, тут фейл при создании сервера, друзья, ничего страшного. Сейчас доиграют последние раунды. 3-0, с такого счета будем продолжать смотреть первую карту между Razer Myth и командой Push The Limit. Это StarLadder Star серии в студии StarLadder TV TAF, друзья. Наш чат читаю, что здесь такое? Что здесь снова в Holy War чате за беспредел происходит? Бруталит слепец потихоньку, смотрю. Короче, понятно. Все местные тролли на месте. Джуха, Ганнер, Торт, Пампа, БЦА снова на ингибиторе. Бладлиск остается на берсерке. Такой вот нестандартный билд от команды Push The Limit. Ну и нестандартный ответ от ребят из Финляндии. Газхак играет на убийце, на раниде. И, конечно же, причем очень-очень четко сдает. Там даже, наверное, статистика была сумасшедшая на первой карте. БЦА, в принципе, в хорошем настроении БЦА перед этим матчем. В общем, посмотрим, как пойдет дальше игра. У этих ребят 3-0. Напоминаю, на первой карте игра продолжается с такого счета. Джуха в инвиз по БЦА бьет. Газкак тоже заходит в БЦА. Это операция, по-моему, убей слона. Но, в принципе, тут есть такой большой дядька, как Бладлис. Он может оттягивать очень неплохо врагов от своих тиммейтов. Немножечко танковать. И, в принципе, 2126 жизней, друзья. Больше, чем у БЦА, на сотку почти что. И вот ульта у Энтриона по БЦА пролетает сейчас. Газхак был ульт, ничего страшного. Газхак жало БЦА, фокус БЦА, там жмут втроем, неплохо врывается Бладлис, но по хилсам выигрывает все равно Meanwhile in Finland, и давление продолжается по БЦАшке и Бладлиску. Ну вот сейчас как появится первые ульты у финнов, может быть опасность, должны это понимать ребята и пушить сейчас. Данную секунду нужно пушить. Ульта какая от Бладлиска! Просто ульта от бога, друзья. Это неимоверный момент. И, по-моему, берут первый раунд Push The Limit. Ну, не ожидал явно Энтрион. Просто вот вообще, по-моему, хил вообще вот хил-хил один. А там в 1%, в 1% попал, четко сбил. Хватило дэмэджа сбить полностью Энтриона. Вообще по красоте заканчивается этот раунд. И стоит его отметить. Отличные раунды в этом матче. 3-1, первый раунд за ПТЛ. Газхак снова лучше, 137,8 эффективность в секунду, 7600 тысяч дэмэджа. Вот так я немножечко округлю этот момент. Очень неплохая игра, очень мощная встреча. И, конечно же, это украшение Bloodline Champions русского сервера. Если сейчас еще и ребята из Push The Limit подсоберутся, то будет вообще просто огонь. Если вот 3-2 было бы неплохо в данную секунду, и психологически, и вообще по счету, да как угодно.
Что ж, БЦАП за месяц в Бладлисском. Тут такая стратегия, выбирать не приходится. Им нужно идти в драку. БЦАП, в принципе, может держаться на средней дистанции. А вот Бладлиску постоянно нужно идти в ближний бой. И драться в рукопашку. Гаскак, ульта по двоим. Торт с ультой. БЦАП, ТП-аут в Энтриона. Энтриона есть ульта. Иксобилка в Энтриона. Болото сайт Энтрион. Фокус от Бладлиска. И его заманивают в болото. Великолепные действия от Гаскага и Энтриона. И отличный момент в болоте. Ну, просто феноменальный сегодня Bloodline Champions. Высокая шпилка, отличный скилл. Ну, просто замес невероятной красоты происходит. Ну, 2 в 3 пытаются доиграть раунд Push the Limit. Но тут уже явно не судьба. Просто парад великолепных раундов нам показывают в одном и том же матче. На одной и той же карте обе команды. Ну, вот... Вот авторитетное мнение панды. Говорит, что Торт накосячил. Вместо того, чтобы бить, точнее, выхиливать Бладлиска, он, короче, занимался чем-то другим. Да неважно. Ну, раз панда сказал, стоит к этому прислушаться. Ну, вот, пожалуйста. Друзья, 4-1 матчпоинты на первой карте. Для финнов. И meanwhile in Finland продолжают сейчас... избивать Push the Limit. На этот раз Бладлис попал в драку, попал, зашел в троих, и там его неплохо напрессовали в самом начале раунда. Теперь вот эти вот проценты жизни будут волновать всю команду Push the Limit, и, конечно, его нужно сейвить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас будет минус от Гаскага, наверное. Ой-ой-ой, ульта по двоим, но Бладлиска не попадает. Ульта от Бладлиска в Джуха, Торт красный выживает, БЦА красный, и что происходит? Все красные уже, по-моему, кроме... Джуха Интериона, но все-таки минус Гаскак. Бладлиск, великолепная игра в этом раунде от парня, но нет, его тоже забивают. У Джуха ультимейт и БЦА, и Торт сейчас от этой ульты оба могут умереть. Стан по Торту пытался, заходит Джуха под ультимейт. Нет, пока не тратит энергию, ультует Пампан. Этот раз энергию забирает в центре Интерион, сразу ставит ультимейт, и тп-аут от Торта, он выживает. Что происходит? БЦА приходит тоже в драку, закрывает телом Торта. И пока что 2 на 2 момент продолжается. Ну, видите, какое преимущество сейчас у красной команды. Meanwhile in Finland. И, скорее всего, на этом первая карта закончится. Притянули БЦА, Интерион. Что это? Нет, БЦА сам подлетел. Торт пытается увернуться от пуль, как Нео из Матрицы сейчас от Джуха. Минус от Джуха, он поменял фокус. И теперь уже добили последнего игрока. Ну, вот и конец первой карты. 1-0 за финнами, они показывают всем, что они по-прежнему лучше, и не так много команд в этом мире, которые могут у них выиграть. Но лучше по статистике Торт, кстати, по вот этим последним раундам, не по первой карте. Так, ну теперь нужно, чтобы ребята остановили, и мы продолжали. Панда, что тебя веселит? Ну, в общем, говорит, что Торт сбил ульту Бладлиску. Это в последнем раунде, да? Да. Играть снова, друзья. Играть снова. Вторая карта. Посмотрим, что будет дальше. Ну что ж, Торт Алхимик, БЦА Ганнер, Бладлиск на Раниде должен сейчас появиться. В ответ Гаскак берет Номада, вот это да. Гаскак нам сегодня просто показывает всех героев, на которых он умеет играть. Да, ну и стоит мне тоже счет поменять, добавить одно очко команде Meanwhile in Finland. 1-0 и всего лишь одна карта до очередной победы, 13-й в лиге. Ну, в общем, удачи командам, удачи Push the Limit. В первую очередь, хотелось бы посмотреть три карты, замес, напряги. Ну, интересный бой. Ну что ж. Бладлис, БЦА пытаются пушить мифов и занимают центр, но пока что не тут-то было. Если бы это было тут, я сказал бы, что мифы заняли хайграунд по своем респе и принимают здесь на ступеньках Бладлиска, но нету здесь пока что такого понятия, как хайграунд.
по демоке, в смысле. Ульта в Антериона пошла. Ну, сейчас посмотрим, как Бладлес будет работать. Будут ли тройные ультимейты. Газхак битый, Бладлес за ним. Ну, Бладлес на ранении поувереннее, чем на Берсерке. Хотя на Берсерке тоже ничего, что такой. Газхак выхиливает его Интерион. Там есть болото. Сейчас Бладлес сможет нарваться на стан. Вот он стан. Болото притягивает, но минус все-таки сделали на Джуха. Вот своим билдом намного лучше получается. Газхак уходит. Интерион 1-1-0 за пуш за лимит. И, по-моему, это ответ сейчас будет. Но, опять же, первый раунд, он обычно не показатель. Так что подождем. И еще парочку раундов. И посмотрим, действительно ли сейчас привес у пуш за лимит. И они чувствуют себя получше. Ну, конечно, боги БЛЦ, 27 ранги здесь собрались. Тусовочка еще та. Ну что ж, смотрим за продолжением этого боя. Джуха заходит в центр. Сейчас будет... Ой, нет, стан не попадает. Но потом попадает в БЦА. Уходит Джуха. Бладлес в опасности. Прыг-скок уходит к своим. Инвизи занимает центр. Не попадает дротики. Газхак попадает в него. Парочку бумерангов. Довольно неплохо он на героя дальнего боя действует. Так, подождите. Бладлес ультанул так резко в Интериона. Ну, Газхага не цепанул. Сейчас Газхак будет давать ульту по двоим. Все-таки тут разбежались парни. Далеко. Ой, сейчас троих может зайти. Ой, опасность. Танк красиво. Газхага, вот она ульта уже должна, он пытается найти себе линию. Газхаг, торт красный, сейчас, возможно, в торта пойдет ульт, он просто бьет торта руками. Торнадо. Бумеранги, ну как-то так, не особо страшно. Побили Джуха красный, можно его снимать. Бладлес, давай, ультани, Бладлес, давай, ультани, ульта от бога, Бладлес нужна, ну не умри. Воу, по двоим, но не в Джуха. И очень нарвался на серию дэмэджа, но Торт его все-таки спасает. Ой, какой стан по двоим от Антариона. И минус Торт, и БЦА красный. И ответ сразу же последовал от Meanwhile in Finland. Это 1-1, вторая карта, и тут уже бой более серьезный становится. Ну, смотрим дальше, смотрим дальше. Это еще не конец в этом матче. Интерион лучше по статистике. Газхак второй, Джуха пятый. Ну, как бы... такой. Лучший контроль Джуха показывает на ганнере. Интерион выхилил, я вам даже сейчас скажу, почти 10 тысяч, 949. По-моему, так было написано. Ну, БЦА снова в центре, Бладлес, Кенвиз, стан, Газхагу не попадает. По-моему, Газхаг отвечает, ну хорошо, дротики, банка, хороша сработала ульта от Бладлеска. Сверху перестрелка между собой ганнеров, довольно интересный мир идет. Бладлес все отгоняет Джуха. Дротик по Газхагу. Газхаг сейчас соберет немножко энергии и на ходу на ногах будет ультовать. Я думаю, именно так нужно. Да, вот пошли ноги, пошла ульта. Ой, в торта, как вошло. Но не так страшно. Но все равно пока преимущество у Meanwhile in Finland в этом раунде. Хотя, ой-ой-ой, Бладлес как попадает. И есть ульта у Бладлеска. Ну что, жаба давай. Жаба, прыг, попадает. Чуть не ниже цепила и вторым прыжком. Газхак отправляет Бладлеска полетать. И в это время ультимейт, комбо, минус БЦА. Вот это да. А Бладлес мог все это время ультануть. Ну, уже, вот видите, он пытается найти линию, как-то сейчас угадать. Пытается схилить себя, но уже убивает тиммейта. А он все держит свою ульту. Жадный Бладлес. Ульт по двоим. Но уже не важно. 2-1 за Meanwhile in Finland. Razer Meanwhile in Finland. Ну, давайте смотреть, смогут ли Push the Limit подарить нам праздник Bloodline и показать крутую игру и все-таки перевести игру на третью карту. Все-таки хотелось бы посмотреть борьбу, напряги. Ну и вообще вот такая игра, может быть, только нравится. Лучшие игроки Bloodline на арене сейчас. Лучшие ПВПшники. Так, уходит БЦА. Сейчас из замеса. Бладлес получил. Ульта у Джуха. Ой, какое преимущество сейчас у финнов. По количествам жизни БЦА красный, его набивают, но походу финны сломились. Сейчас пуш за лимит, ну смотрим. Смотрим, что будет дальше. Ульта от Газхага в торта, БЦА уходит, красный юзает щит. Стан по двоим, попадает Интерион. Отличная комбо просто с этим станом происходит обычно у команды из Финляндии. У Бладлеса есть ульт, он красный, пассивка сработала.
Надо ультовать. Вот сейчас надо. Давай, 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 Блад. Нет, он берет энергию. И он уходит отхиливаться к Тарту. У Тартова есть ульта. Может быть, сейчас комбо ультовов будет от команды Пурзи Лимит. Сейчас две ульты. В принципе, может быть, они зарешают. Либо они ждут третью ульту от БЦА. БЦА в воздух. Фокус Бладлиска. Он пролетает ультой по двоим. Торт потратил энергию на эскейпы. Есть снова набор. И есть болото. Да, это Торт, что ли, так поставить? Болото, я так и не понял. Ну вот... Походу, да, Джух и напрыгнул в это болото. Все равно все живы. Бладлис, опасность. Очень мало хилсов. 12 у Бладлиса, 25 у БЦА. Как мало. Минус за Бладлис, минус БЦА. Торт 1-3-1. За Meanwhile in Finland. Развал. Конечно же, лидеры чемпионата. Лидеры чемпионата, они остаются лидерами чемпионата. И показывают, что просто им нет равных. Ну, возможно, на лан-финале мы еще... Посмотрим. Думаю, к этому времени ребята могут подготовиться. И очень интересно у нас лан получится здесь, в Киев Киберспорт-арене. 26 апреля начинается. Три дня будет идти финал с четырьмя командами. Ну, не только по Bloodline, но, в общем, будет отличный первый финал сезона Star по StarLadder. Советую вам всем посмотреть. Ну, а мы продолжаем. Игра лидеров Star-серии от StarLadder TV. Последние туры сегодня, последние матчи. Meanwhile in Finland и играют с Pursy Limit. Ну, пока успешно. 1-0 по картам, 3-1. Счет уже на второй карте. И продолжается пятый раунд второй карты. Ну, что, Бладлис пока что в центре. В общем, ситуация довольно равная. Джуха немножечко побили. У Интериона ульт. Вроде бы ничего пока что не предвещает беды. Аккуратная пассивная игра сейчас в исполнении Пурзи Лимит. Видимо, дали сейчас себе, ребята, установку не получать много дэмэджа в начале, не выгребать. Не напрыгивает на своих оппонентов. Гаскагу досталось сейчас довольно неплохо. Джуха тоже очень сильно побита. А Бладлис выискивает линию. Линию из троих. Вот только ему нужна линия, вот чтобы трое стояли. Нет, ему не надо. Двоих. Джуха ульт. Там пассив. Пузырь работает. Взрывается в воздухе. Джуха ульт не сбивает дэмэдж. И Бладлис уже летает. Но Гаскаг сверху отбегался. И 3-2 в большинстве Pursy Limit. Ну, сейчас должны брать раунд, ребята. Это будет уже... 3-2 по счету на второй карте. Отыгрываются Pursy Limit. Вот то, что мне удалось сделать на первой, сделать счет 3-2. Вот дальше было бы неплохо. 3-3 для дальнейшей борьбы. Неплохо. Вот видите, не надо набрасываться всегда. Иногда вот от диффенса пассивненько тоже неплохо получается. Там БЦАшка на ганере. Просто он нормально с Джуха перестреливается. И я бы не сказал, что финский стрелок как-то опаснее, чем БЦА выглядит. Интерион лучше. У финского стрелка, говорят, 30% потерь. Вот это да. Бедный финский стрелок. Боже, храни интернет. 3-2, друзья. 3-2. Вторая карта. Надо сейчас просто пальцы крестом. И немножечко подумать о позитиве и пожелать удачи ребятам, чтобы сейчас четко отыграли раунд. Сделали 3-3. Была интрижка у нас. В этом матче так Джуха не слишком ты подошел близко. Да, уходит ганнер. Бладлиска ловит в торнадо. Там близко Интерион. Ну, что-то хочет придумать. Бладлис сразу в инвиз. Стан будет, будет в Интериона стан. Сразу банка сверху. И Гаскак появился рядышком с ультой. Опасен этот. Но вот сейчас будет ультует БЦА. БЦА четко пытается уйти в инвиз. Но все равно получает бумеранги. Торт получает ультимейт от Интериона. Бладлис с тыла заходит в Интериона. Неплохо щимит его Джуха ульт. Ой-ой-ой-ой-ой, что же там, как срили торта, я не понял, Гаскак дикий, просто номат разрывает, но Бладлис есть ультимейт, подождем, и у него очень много жизни, пролетает по двоим, бей-бей-бей-бей-бей, алхимика хорошо наседает на Интериона, Джуха приходит сюда, Бладлис прыг, скок, не попадает в Джуха, БЦА красный, живи, БЦА, живи, Бладлис, жги, Бладлис, жги, бей, Джуха, там ультимейт, БЦА, нужно просто выжить, уйди на F1, хилься, пусть... Ранит делает свою работу и не может отхилиться. Бладлис сейчас поймают. Слишком близко подошел. Торнадо. Бладлис летает. Бьют БЦА. БЦА уже юзает щит. Эскейп. Ультимейт по Интериону. По одному. Бладлис. Ну что ж такое. Ну зато Джуха забрали. Пока 2 в 2 бой. Но очень мало хилсов остается. У Pursy Limit нету медика. И конечно тут с Интерионом все хорошо. Минус БЦА и минус Бладлис. 4-2. Тройной матчпоинт для команды Razer Myth в этом матче. Да, нужно делать невероятные сейчас вещи ребятам из Pursy Limit. Брать 3 раунда подряд, проигрывать 4-2 на второй карте, 1-0 в пользу мифов. Ну, в общем, такая ситуация, можно сказать, безвыходная.
миссия невыполнима в исполнении Push the Limit. Будет или нет? Аккуратно пытаются играть Push the Limit. БЦА в торнадо был. Пытается стан повесить. Нет, отстреливают Газкага. Бладлес тоже пришел. Газкага. Джуха с ультой. Надо быть аккуратнее. Сейчас Ганнер может настрелять. Бладлис холовит Газкаг снова в торнадо. Энтрион есть ульт. Опасность. Два ульта у финнов. Ульт от Бладлиска. Тор тоже с ультой. Потроим! Потроим! Бладлиск, давай жги! Не пам, нет, 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 нет. Вообще очень четко убрали этот ульт мифы. Но Газкаг битый сейчас неплохо. БЦА принимает торт. Ультимейт получает. Нет, а там 5-6 раз было по 75. Нормально темп получил торт на самом деле. И уже Бладлис отстреливает. У Джуха ульт по-прежнему ультует. БЦА попадает. Три патрона. Еле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как залетело. БЦА бьет. Он уходит в транс. Появился. Опа. Опа. Ой-ой-ой, опасность. БЦА его щемят. В это время Бладлис нападает на Джуха. Переключается в Энтриона. Нет, обратно здесь ульт. Не попал Энтарион, не попал. Болотом пытался угадать приземление Бладлиска, но это было мимо. 30 секунд до конца раунда. Преимущество есть пока что у финнов. Газка красный ультует. Схема лоу хп и дает минус БЦА. Ворвался в драку. Финны пушат сейчас. Да, еще два ульта от Энтариона и добивают. Жестко добивают сейчас они. Push the Limit. 2-0, друзья. Meanwhile in Finland по-прежнему лучше в лиге StarLadder TV. И, в принципе... В принципе, они красавцы. Что сказать? Интерион лучше по статистике. 124-0 эффективность в секунду. 63 тысячи хила за 7 раундов. Хорошо. Отхилил. Лучший контроль у нас у Джуха. Лучший набор энергии Джуха. Больше всего натанковал Газхак на Номаде. Вот это да. Ну и с Джуха... Что еще можно сказать? Да нет, в принципе, ничего. Ребят, у нас... Ну что, без перерыва, говорит... Ну, смотри, поехали без перерыва.